Друзья, здравствуйте, доброго времени суток, честь имею. Я решила сделать распаковку, давно не записываю подобного плана видео, ну и вообще как бы не особо, да, но я предупреждала, что часто не буду записывать, только короткие. Распаковка с Перекрестка, тот магазин, который недавно открылся, я показывала, гастроном, да, номер один мясной, что ли, называется, он чуть подальше, а Перекресток у меня по пути, по дороге домой. Ну, в общем, смотрим. О, кроме Перекрестка, это, может быть, если не забуду, прикреплю. Значит, электронные же сейчас чеки с Перекрестка. А вот я еще себе купила платочки. Ну, не смотрите, что, а кто тут у них, киски или кто ли. А он двухсторонний, с другой стороны. Короче, он детской очень расцветки, но он кашемировый. Необыкновенно приятный. Мне нужен головной убор. Шапку я себе легкую найти не могу, потому что мне очень сложно с моим овалом лица найти, которая у меня есть. Сиреневенькая, она уже очень-очень еле дышит, еле живет. Комфортная она, все. Я уже ее пыталась несколько раз выбросить, но достаю снова, и она как бы меня выручает. И этот платочек я придумала. Девочка мне там в магазине, знаете, типа банданки. Мы с ней там размышляли вроде бы. В общем, этих котов или кто-то, незаметно это будет на голове. Мы все сломаем всякими вот этими складочками, весь рисунок сломаем. Ну, знаете, кому весело, пусть будет весело, глядя на мой платочек, а мне будет очень комфортно и хорошо. Значит, я купила свой чай Гринфилд. Я пью черный, он по скидке. Вот сейчас ничего не помню, надо было подписать. Ну, скорее всего, я тогда не забуду. Давайте брошем. Не должна забыть. Знаете, купила вот такую досочку. Она яркенькая такая. Знаете, что-то захотелось новую доску для рыбы. Вот, ну, рыбу я часто ем. И вот будет у меня. Это из Галамарта. Ну, вообще копеечный чек. Я, конечно, не буду прикреплять. Вот. Так, купила я грудинку великолукскую. Вот, вкусненько она, ничего. Биокефир, кстати, мне нужно будет выходить все равно, потому что биокефир я пью с газированной минеральной водой. И тогда я, наверное, схожу в тот гастроном. В прошлый раз, когда я в него первый раз попала, мне там очень понравились. Да мне все понравилось, что я там купила. Ну, мало тогда, что купила, но очень-очень мне сильно понравились эти такие колбаски полукопченые с сыром, свеженькие. Ну, в общем, что-то мне хочется. И селедка, конечно, там жирнючая. Его сразу доску сразу проверю на прочность. У меня есть уже отваренная свекла, как правильно сказать. Ха! У меня есть винегрет. Вот, я купила винегрет, и с селедкой будет мне очень замечательно, очень замечательно. Так, я купила, у нас Перекресток стал делать роллы. Я уже пробовала, неплохо. Открывать я не буду. Какие тут они? А какие тут они? Давайте прочитаем. Хотя в чеке будет видно. Роллы, запеченные с огурцом, и ролл «Снежная Калифорния». Ну, вот, ничего так. Так, я купила маслины с косточкой, это по скидке. Я ем желтые яйца, да, коричневые. Вот такие крупные, мне достаточно на завтрак одного такого яйца, волжанка. По-моему, 71 рубль они стоят. Я купила масло, которое я потребляю постоянно, тоже оно недорогое. Что-то. В общем, акции какие-то. Палки. Я не ем палками, не умею эти роллы кушать, но тем не менее я их взяла. Так, я купила это штопсковские бедра куриные для супа. Я, кстати, мне эта курица уже одолела. Вообще мясо что-то мне вот как-то поднадоело. Любое. И я это чисто для бульона, хотя и шкуру снимаю, все, и потом мясо так и не ем, выбрасываю. Я купила свой любимый хлеб, лаваш армянский, именно вот этого производителя, тонкий, бездрожжевой. Каравай. Я его ем. Он самый лучший. Вот. Что еще купила? Я купила сальчичон, колбаска. Моя любимая колбаска сальчичон. Что-то и вся и распаковка. А, ну я в аптеку еще заходила, купила себе там свои
препараты, и что-то еще из канцелярии в сумке осталось. Там какие-то ручки, блокноты. Друзья, вроде бы все. Всех была рада видеть. Благодарю за внимание. Приходите еще. Может быть, ну, сейчас будут какие-то интересные продукты весенние, да, то есть я имею в виду овощи, фрукты. О, корешка у нас пошла уже. Ну, корешка пока не симпатичная, но запах от нее огурцовый уже стоит. И почему-то у нас на районе корешку не очень симпатичную продают. Она какая-то вся мелкая, но она очень мелкая. Кстати, никогда не брала крупную, потому что вкуснее вот средние, да, средних размеров. Цена зависит от размера корешки. Но мелкая уж совсем прямая, знаете, такая вся скрюченная. Ну вот и все. Всего доброго. До свидания. Берегите себя и своих близких.